минут. Тимур, у тебя память лучше всех. Да. Судя по бороде. У меня памяти 2 гига осталось. Свободной. Блин, ну заебись, конечно, бля, 2 гига памяти. Не хватит на всю поездку. К тому же на литр Влада и еще на 0,5 еще до этого. Ярпива какого-то. Позитива, ярпива. Да не пизди ты, Влад, за лучшего позитива. Ты сейчас просто натрухаешься в ноль. И заблюешь ебеня, все нахуй. Да. Лед растает. И там, короче, я не знаю, что будет. То есть, надо. Да? Йоу! Да. Вон, Тимур аж милкис там проливает. Конечно. Санек, а что ты молчишь? Че, потому что я этих идиотов слушаю? Не идиотов, а нормальных, интеллигентных людей. Я же курю сигарету, блядь. Я заебал. Я сомневаюсь, его там строили, может, 2 русских крановщика, остальные все там, не знаю, приезжие олени. Так точно. Вальдемар не даст соврать. Да, я никогда не дам соврать. Я понял, ты хоть бы окно закрыл и сказал всем. Ну как вам поездка? Как быть за рулем охуенно. Трезвым? На самом деле, тут люди сидят, пьют, да, а вы едете трезвый. Конечно. И вон кинь его перчатки, как у меня, бля. Ну что ты там, скоро зашел? Набисно? Да. Ребята с нами поедут. Назад выходили, все. Да ладно, да притормози, шеф, ёб. Не, нифига. Да ща, ладно, сейчас заскочим, посышь. Дай поссать, выйти, пиздец, прям жмет нахуй, давай быстрей. Хули, ты литр целый взял. Да, блядь, да нормально. Ну, если покинешь, сейчас выходить на морозе, блядь. Ну, давай быстрей. Да давай, выходи уже. Не мог через соседнюю дверь выйти. Сейчас, подожди. Да, нахуй. А чё это, Гром? Пока он там ходит, посыл часто туда-сюда. Давай покурим. Ну, пошли, покурим. Ну, раз приехали, хуй пойми куда.
шоколад кто их нос. Вообще. Вообще? Далекие люди. Блин, что-то я тут один как алкоголик с нулевкой, нахуй. Да это нормально? Это ненормально. Потому что она нулевка. О, Влад вернулся. Ты где потерялся, скотина? Возвращение Влада к народу. Пацаны, смотрите. Ты что, балдоешь опять, что ли? Ничего себе, пойдемте сходим туда. А хули мне там делать, блядь? А что это вообще? Похож на сральник местный. Не знаю, что это за место. В говне весь, нахуй. Ой, блядь. Пойдемте сходим туда, посмотрим, а. Сам, посмотрите, что там. Блин, ну и что? Что, идем, все. Все, давай. Фоточки там отыграл. Да, еще ебнем. Пойдем, парни, страшно. Давай, сделаем. А что мне страшно? Вот это вот сортира. А ну там. А что у нас здесь сортира? Это же форты. Да нет. Да не приведи, заприезжай, тут все там. Да, чуть-чуть. Так что можете просто так ебнуть, засвечивать и все, ебать. Я пас, потому что у меня беспортовая нулевка. Ладно, наливай, наливай, давай, для храбрости. Давай. Сделаем рузок. Ой, да ладно тебе. А у меня нулевка. И че? Да. Нулевки, между прочим. Нулевки, между прочим, тоже много дезодорантов. Ноля. Нулевых. Вальдемар, я пас. За Вальдемара! Который только что облегчился. Короче. Саня молодец, помог Вальдемару. А режиссер не пьет? Немножко. Я сегодня не сяду, блядь. Сегодня у нас выходной. Че, ебнем? Ну, за образование. Че, давайте. Ну, помаленько. Чтобы страха не было. Ой, щас. Ну че? Ну все, еще раз? Тоже выпил. Ладно, ну выпьем и пойдем. Да конечно, надо проверить там установку. Уже второй тост говорят, что не пьют. Давай. Давай. Все, погнали. Давай быстрее! Ёбаный джип, блядь! Быстрее, ну давай!